Прошлым летом мы побывали в Чердане, самом древнем городе Прикамья. Старая Чердань была богатым купеческим городом, и с тех пор сохранились купеческие усадьбы, старые лавки. Это были купцы Алины, Гусевы, Черных, Ремянниковы. Например, сохранился целый усадебный комплекс купцов Алиных с главным каменным домом, службами и амбарами. Алины были страшно богаты, и дело их было широко поставлено. Например, они отправили зимой 1896 года в обе столицы 267 тысяч штук мороженых рябчиков. Торговали они на всех больших ярмарках. Эти старые кирпичные здания и формируют облик современной Чердыни. Купеческие дома до сей поры украшают город. Пока что ничего прочнее и надежнее за последние десятилетия в Чердыни не построено. В этих купеческих домах сейчас располагаются почти все государственные и общественные учреждения. Дома эти построены на века, живая память прошлого. А в конце я вам покажу улочки Чердыни, ее домики, чтобы вы могли почувствовать атмосферу старины. Спасибо, друзья, что посмотрели наш ролик. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Ходим по старинной Чердыни. Тут хорошо все указатели всякие. Улица Алинская. Старинные домики Чердыни.